Что, все так серьезно, что решил приехать лично? Сип прислал своего человека. Пришлось действовать осторожно. То есть вы его упустили? А кто он? Выяснили? Один из тех, кто гонялся за вами в Сирии. Назвался майором Рубцовым. Все это маловероятно, генерал. Галиани утверждает, что он всех уничтожил. Я тоже так считал. А есть предположение, где он сейчас находится? Вероятно, где-то здесь, в городе. Сип его тоже ищет. Сип. Отлично. То, что этот Рубцов в бегах, это даже кстати. Теперь вы сможете нейтрализовать его. Они что-нибудь знают про нас? Нет. Но операцию все-таки лучше отложить. Хотя бы на время, пока мы с ним не разберемся. Это невозможно. Вы его упустили, так найдите его. Я не хочу, чтобы кто-то путался от меня под ногами, особенно сейчас. И учтите, документы по логистическому центру мне нужны сегодня. Надеюсь, с этим проблем не будет? Не будет. Через 2 часа документы будут у вас. Пап, ну что происходит, а? На звонки не отвечаешь, дома не ночевал. Ну, что с тобой? Нас подставили. Все ложь. Это что это? Отчет по сделке с американцами? Папа, да что такое? Они меня обманули. Они провели меня как мальчишку. Сделка с американским фондом – это фикция, понимаешь? Фикция! Подожди, а как же страховки по вкладам? Все документы липовые. Мы перевели деньги на подставную компанию. Сколько мы потеряли? Все. Это же больше, чем все. Намного больше. Thank you.
подожди, этого не может быть. Мы не можем так просто это... Пап, мы пойдем в суд. Я поговорю с Алексеем. Да ты что, не понимаешь, что именно он это устроил? Да зачем ему это нужно? Зачем? Вот зачем! Это что? Прости меня, дочка. Я сделал очень хорошую вещь. Папа, что ты сделал? Третья машина к служебному входу. Двое со мной, остальные на лестницу. Есть. Есть. В общем, когда все это началось, Алексей сказал, что один американец, Принер, может спасти нашу компанию, если... Что они попросили, папа? Я не могу тебе сказать, но все находится здесь. Все здесь. Николай Федорович, к вам пришли. Хорошо, пускай поднимаются. Все, они... Они приехали за этим. Дочка. Дочка. Ты должна... Возьми кейс. Он не должен попасть в чужие руки. Ты поняла? Поняла. Ты поняла? Поняла. Пожалуйста, передай его в КГБ, в МВД, куда-нибудь. Папа, только, подожди. Пожалуйста, беги! Папа, да беги быстрее! Папа, да... Убегай! Вы документы подготовили? Где документы? У нас мало времени. А документы вы не получите. Передайте вашему хозяину, чтобы он пошел! За ней живо. Не надо никуда звонить. Сядь. Не дергайся! Пусти меня! Пустите! Мы ее взяли. Кейс у нее? Так точно. Отлично. Ведите ее ко мне, живо. Принял. А сделайте мне, пожалуйста, чаю. Это второй, выходим на лестницу. Иди сюда. Быстрее идем. Седьмой принял. Седьмой, что там у тебя? Седьмой! Седьмой! Привет, майор. Седьмой в порядке. Отдыхает. Это кто? Я думаю, ты меня узнал. Быстрей. Твоя машина! Там! С тобой все в порядке? Андрей, ты живой? Живой, живой.
Нам нужно уходить как можно быстрее. Садись в машину. Скажи мне, что происходит. А ну, стоять! Далеко собрались? Может, меня подвезете, а? Ну что, черный пес, теряешь навык? Видишь, как легко тебе оказалось можно просчитать? Бросьте оружие, Звягин! Вы кто? Я сотрудник СИП Смирнова. Эти люди в нашей компетенции. Эти люди опасные преступники. Они вынесли документы, которые я должен был реквизировать. Бросьте оружие, отойдите назад. Действуйте, Рубцов. Уезжайте. Прости, Портнов, что так вышло? Здесь в телефоне вся информация. Я их сфотографировал. Кого? Бринера и Лимонова, это... Они все устроили. Останови машину! Останови машину! Стой! Стой! Не подходи, не трогай меня! Тихо! Где ты был все это время? Где ты? Я был далеко, моя... долго объяснять! Вернулся пару дней назад. Почему ты ни разу не приехал ко мне? Почему ты к нам не приехал? Я видел тебя с ним. Я думал, ты с ним счастлива. Он все время был рядом со мной, как друг, понимаешь? Как близкий друг! Я теперь не знаю, кто этот человек! Кто эти люди? Я не знаю! Мне надо папе позвонить. Нет, нет! Почему? Что его убили? Не молчи, скажи мне! Где Алина? Алина где? В школе. Мама? Мама ждет нас дома. А мы сегодня поедем на каток? Нет, сегодня нет. Но ты обещал сегодня. Алина. Я обещал. И завтра мы обязательно сходим с тобой на каток. Но сегодня мы поедем домой, хорошо? Хорошо. Просто я очень занят. Она у нас. Это фото сделал Самарин несколько часов назад. Выходит, за провалом нашей операции стоит Лимонов. Да, видимо, он с Бринером заодно. У Лимонова была своя группа боевиков. Возглавлял ее Звягин. Уволен из армии более 10 лет назад. Это он пытался ликвидировать Рубцова в отделении милиции. Он же проводил его опознание и дал ложную информацию Самарину. Думаю, Бринера он подменил по указанию Лимонова. В Афганистане Лимонов спас мне жизнь. Мы попали в плен к маджахедам, в Галани. Вы были в плену у Галани? Да. Но сбежали. Я был ранен. Петр Лимонов несколько дней нес меня через горы. Факты — упрямая вещь, товарищ генерал. Хорошо, работайте с Рубцовым, а с Лимоновым я разберусь лично.
Анна Павловна! Здравствуйте. Здравствуйте. А где Алина? А ее только что забрал ваш муж Алексей. Ее Алексей забрал. Здравствуй, Петр Константинович. Здравствуй, старый друг, садись. Просто серебро. Выпей что-нибудь, а я выпью. Ты мне скажи, Петь. Как ты докатился до такой жизни? Докатился. Я докатился. Ты что думаешь, я за эти 30 серебряников продался? Помнишь, как мы с тобой попали в плен к Галани, и он предложил нам сделку? Что отпустит, если один из нас пристрелит другого? Я помню, что мы отказались. А я? Нет. Жить я хотел, Вить. Я сказал, что согласен, что убью. Но только не тебя. И Галани согласился. Они привели солдата-срочника. Я даже лица его не видел, на голове был мешок. Просто выстрелил, и все. Теперь понятно, почему Галани позволил нам бежать. Прошло столько времени, я уже забыл об этом. Я честно служил, Вить. Но мы же с тобой столько сделали, один СИП чего стоит? А полтора года назад на меня вышел Бринер. Он показал мне запись, на которой я убиваю солдата, они снимали на пленку. Черт бы тебя побрал! Почему ты мне ничего не сказал? Сначала не мог. А потом было поздно. Их надо остановить! И ты мне в этом поможешь! Поздно. Их уже не остановишь. Где это произойдет? В Берлине, Париже, Вене, Брюсселе, Лондоне, где-то в Европе. Я думал, меня это не коснется. А это произойдет. Ближайшие сутки ведь. Так, собирайся. Ты едешь со мной. Конечно. Ты иди, я догоню. Они уже пришли. Где моя дочь? Где Алина? Я... Прости меня. Где Алина? Они забрали ее.
кто? Бриннер. Бриннер. Ему нужны документы. Марина, я ничего не мог сделать. Ответь. Это он? Дай сюда. Да. С кем я говорю? Майор Рубцов. Отлично. Вы-то нам не нужны. Моя дочь у вас? А у вас кейс с моими документами. Предлагаю равноценный обмен. Где и когда? А вы передайте трубочку Алексею. Я дам ему необходимые инструкции. Надеюсь, вы не открывали кейс и не сообщали о его содержимом своим друзьям из СИБА. В противном случае сделка не состоится. Алло. Да. Да, хорошо, я поняла. Что там? Что произошло? Звонил Рубцов. Сказал, что Бриннер взял его дочь в заложники. Разворачиваемся. И мы снова с тобой встретились, Рубцов. Я не скажу, что встреча в прошлый раз была для меня очень приятна. Где моя дочь? Моих девочек. Документы. Здесь все, о чем мы с вами договорились. Отправляйте груз. Алло. Все состоялось. Отправляйте груз. Отпустите нас. Пожалуйста. Мы просто уйдем и никому ничего не скажем. Я боюсь, это невозможно, и вы это хорошо понимаете. Увидите их. Идем. Алексей. Еще нужна ваша помощь. Мне кажется, я сделал все, о чем мы с вами договорились. Хотел бы получить свои деньги и смотаться отсюда. Но вы же понимаете, что свидетели нам не нужны. Но речь не только об этом. Вы должны сделать так, чтобы в городе за руль грузовика сел Рубцов. А потом вы получите все, о чем мы договаривались. Рубцов не отвечает. Я считаю, что самое разумное, что он мог сделать, это приехать сюда и отдать документы, которые он получил. Но он этого не сделал. Ты понимаешь, что происходит? У нас мало времени. Галани и Бриннер собираются устроить теракты по всей Западной Европе. А по-моему, он просто хочет спасти свою дочь. Да? А о других он подумал? Возможно, погибнут тысячи, десятки тысяч человек. Все, он отключил телефон. Скорее всего, избавился от него. Теперь мы не сможем его отследить. И что нам теперь делать? Ждать. Мы должны ему довериться. Границы перекрыли? Так точно. Портнов, выезжайте на место. Ваша задача — захватить грузовики и не дать связаться ни с Галани, ни с Бриннером, потому что они могут взорвать бомбы дистанционно. Выполняйте. Есть. Покажите последние сводки. Будь осторожен.
закрывайте. Выводите ее. Давай, вставай. Мы давай, никуда давай, не вперед. Пойдем. Выходи, либо останешься в этом фургоне. Вставай, Алина. Я говорю. Папа! Андрей! Андрей! Делай так, как они говорят. Иди сюда, не бойся. Не бойся, милая. Сядь. Иди сюда. Слушай меня внимательно, Рубцов. Через полчаса, как только фургон доедет до города, ты сядешь за руль и будешь следовать нашим инструкциям. Если что-то пойдет не так, им конец. Я все понял. Что с нами будет? Все будет хорошо. Через 3 часа мы вас отпустим. Что будет с Андреем? Лучше подумай о своей дочери. Где мы сейчас? Через 20 минут пересечем границу. Отлично. Караван на удалении 1,5 километра. ГАИ на месте? Так точно. Хорошо. Тогда всем приготовиться к захвату. При задержании действовать максимально быстро. Никто не должен никому ничего успеть сообщить. Сделаем. Все, ждите команды. У вас все готово? Да, все готово. Отлично. Тогда работаем. Хорошо. Я на месте. Они скоро будут здесь. Ненавижу тебя. Ненавижу. Ты мне все время врал. Успокойся. Куда мы едем? Это тебя не касается. Вы хотите его убить. Останови машину. Заткнись, иначе мне придется применить силу. Лейтенант Иванов, документы. Выйдите из машины. Командир, что-то не так? Я хотел бы осмотреть груз. Это невозможно, груз опломбирован. Пошли! Делайте, что вам говорят. Давайте саперов. Пусть поднимается сюда. Оля, я на связи. Что там у вас? Мы нашли бомбы. Они не успели их активировать. Рубцова и его семью нашли? Рубцова и его семьи нигде нет. Значит, есть еще один грузовик? Что ты имеешь в виду? Есть 4-й грузовик.
Думаю, что Рубцов и его семья находятся под контролем. Там. Спасибо, ребята. Хорошо поработали. Уверен, они попробуют взорвать этот грузовик на нашей территории. Теперь вся надежда на Рубцова. Что с... Эй, ты! Давай ближе. Мы обнаружили Бринера. Движется в сторону границы. Посадить его? Нет, пока не свяжется с Голони, ничего не предпринимать. Да, слушаю. Операция вышла из-под контроля. Он захватил грузовик. Что мне делать? Скажите, где вы? Рядом с развязкой. До города не более 5 минут. Алексей, вы должны провести его в город. А потом попробуйте от него оторваться. Это в ваших же интересах. Я вас понял. Галяни. Галяни. Yes. Вы не должны звонить сюда. Галяни, у нас изменились обстоятельства. Нужно действовать. Все должно произойти немедленно. Вы должны активировать спутник. Yes. Да. Да, я понял. Активируй бомбу. Быстрее. Они активировали бомбу через спутник. Мы можем заблокировать сигнал. Но на это потребуется время. Они используют квантовый канал связи. Координаты Голони получили? Так точно. Управление спутником ведется из этого района. Отправить координаты на военную базу. Координаты отправлены. И отдайте приказ на захват Бринера. Борт 4213, прием. Следуйте за мной на аэродром посадки. В случае отклонения от маршрута будет открыт огонь на поражение. Нас обнаружили.
Give it to me. Выполняйте указания. Вас понял. Начинаю снижение. Поднимайте самолеты. Что происходит? Они блокируют наш сигнал. Возможно, перехватили разговор с Бриннером. Подключайся через запасной канал. Они пытаются задействовать резервный канал. Авиация далеко? На подлете. Приказываю уничтожить базу террористов. Уничтожить цель. Протокол 4. Вас понял, приступаем. Поздравляю. Операция прошла успешно. Интересно, каким образом маячок оказался в кейсе Бриннера. Это ты сделала? Да. Очевидно, Рубцов справился со своей задачей. Не люблю, когда меня держат за дурака. Прости. Я правда очень за тебя волновалась. Послушай. Я решил, если все пройдет удачно... В общем, я хочу сделать тебе предложение. Что? Как-то неожиданно. Понял. Выглядит глупо, да? Я обещаю подумать. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну что, как себя чувствуете?
Что врачи говорят? Говорят, жить буду. Мы нашли Малышева, вернее, место, где он похоронен. Тело на днях доставят на его родину. Это я виноват, не надо было его там оставлять. Перестаньте. Его убил Галани. Вы поступили так, как поступил бы любой из нас. Еще вам привет от монахов и настоятеля монастыря. Он жив? Да. Галани там больше нет, монастырь восстанавливают. Ты была в Сирии? Пару дней. Рубцов, спасибо вам большое за отличную службу. Истомин поручил мне сделать вам предложение. Работать на СИП? Спасибо, но эта работа не для меня. Ну, тогда выздоравливайте. Может быть, вернемся к этому вопросу позже? Спасибо. Думаешь, он согласится? Такие, как он, долго не могут без настоящего дела. Нечестно шептаться! Я просто сказала папе, что я его очень люблю. Я тебя тоже люблю, пап. Я вас люблю.